Директор лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Елена Скобельцина стала победителем республиканского конкурса на соискание гранта «Лучший директор школы». Конкурс проводится в Республике Татарстан с 2012 года. Он организован, чтобы выявить и распространить опыт эффективного управления наиболее успешных руководителей общеобразовательных организаций, а также повысить эффективность работы директоров школ республики. Конкурс проходил в несколько этапов на разных локациях. Сначала был дистанционный этап, заочный. Надо было представить эссе и презентацию опыта. Также надо было представить информацию о себе. А второй этап конкурса был очный. Надо было провести мастер-класс и показать своим коллегам, в чем директор разбирается лучше всего. Главной задачей конкурса являлось изучение и распространение опыта эффективного управления лучших руководителей общеобразовательных организаций, расположенных в Республике Татарстан. Елена Скобельцина представляла проект «Растим учителя». Я представляла наш лицейский проект, который называется «Растим учителя». Ребята объединяются в клуб и уже живут под эгидой, под лозунгом «Обучая других, обучаешься сам». И становятся тьюторами, наставниками, вожатыми для младших, более младших школьников, более младшего возраста. Победа в конкурсе является большой заслугой всего коллектива лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета. У нас работает в коллективе народный учитель Республики Татарстан, 4 заслуженных учителя Республики Татарстан и 2 заслуженных учителя Российской Федерации. Таким образом, в нашем коллективе работают звездные учителя, которые объединены большой единой целью – выращивать таланты. Всего участие в конкурсе приняли 36 директоров школ из разных городов и районов Татарстана. Напомним, что лицей имени Лобачевского вошел в топ-100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. Эльвира Зорина, Александр Юдин, Универньюз.